Проект Base Protocol. Выгодная торговля на спекуляции. Приветствую всех, с вами канал CryptoxBlog. И сегодня я бы хотел поговорить о криптовалютной экономике, которая продолжает свое развитие, несмотря на все волнения на мировых финансовых рынках. Появляется все больше проектов и платформ, предлагающих заработать. Но немногие из них действительно достойны внимания трейдеров и вложения в них. Одним из таких редких и оригинальных проектов вполне можно назвать Base Protocol. Рассмотрим его структуру и токен более подробно. Концепция протокола основана на синтетических активах. Что такое синтетический актив? Это свойство, которое присуще как по действию, так и по ценности к любому другому активу. Синтетический актив Base был создан так, чтобы пользователи могли моделировать рыночные модели основных криптовалют. В свою очередь это дает возможность им спекулировать сразу на всех токенах. Base был разработан с участием протокола эластичного предложения, которое программно расширяет и сокращает предложение токена. Для чего это делается? Чтобы достигнуть баланса целевых цен. Обращаю внимание еще и на то, что Base Protocol является проектом с открытым исходным кодом. Его всегда можно посмотреть на GitHub. Да, и Base можно использовать для того, чтобы удерживать позиции между криптовалютными переводами. Особенно он выгоден, когда трейдер занимается торговлей высокодоходными голубыми фишками. Итак, Base Protocol является синтетическим криптовалютным активом, и его стоимость определяется общей рыночной капитализацией действующих криптовалютных в соотношении 1 к 1 и к триллиону. Активно создан для того, чтобы поддерживать рыночный курс, который в свою очередь привязан к базовому активу криптовалютной индустрии. Пользователи могут держать токен Base для того, чтобы заниматься спекуляциями на всей криптовалютной отрасли при помощи только одного токена. Возможно, вам покажется странным, что токен используется для спекуляций, но если посмотреть рынки, то сейчас что криптовалютный, что классический, во многом работают только на спекулятивных данных. Так что здесь компания движется в мировом тренде. В чем-то токен Base похож на AMPL, но он лучше, так как предназначен для повышения цены, и он не привязан только к одному доллару. Как же все это работает? К примеру, трейдер хочет взять займы 200 токенов для того, чтобы приобрести альткоин. В момент совершения сделки неожиданно цена альткоина уходит вниз. Когда трейдер собирается выплатить 100 токенов кредитору, он видит, что цена Base также снизилась, что соответствует рынку криптовалют. Это означает, что при погашении взятого кредита трейдер покрывает только понесенный убыток. И наоборот, если купленный им альткоин пойдет вверх, тогда будет получать прибыль, которая будет превышать общий показатель рынка. Фактически, Base Protocol можно использовать в качестве стратегического инструмента хеджирования для портфелей, что ориентированы на криптовалюту с применением кредитного плеча. Теперь отдельно хочу сказать про отличительные способности токена Base. Команда создала его на протоколе быстро отправляющегося предложения, которое при помощи программ либо расширяет или же сокращает предложение токена, чтобы достигнуть равновесия целевой стоимости. Где можно приобрести токен? Он доступен в пуле ликвидности Uniswap. Базовый каскад награждает тех участников, которые занимаются вложением токенов в пул ликвидности. Каскад выдает вознаграждение в зависимости от того, как долго участник ставит свои токены в пул. Где чем больше ликвидности предоставлено и чем дольше, тем большую долю пула он получает. Все закономерно. По поводу безопасности проекта. Знаю, что сейчас многих трейдеров и инвесторов этот вопрос волнует больше, чем получение прибыли. Понятно, что никто не хочет получить сообщение от службы о том, что средства исчезли с депозита из-за взлома. В таком случае репутации биржи наносится огромный ущерб. Так вот, чтобы не допустить этого, команда разработчиков уделила особое внимание протоколам безопасности. В
Кстати, главный разработчик проекта имеет большой опыт работы и принимал участие в разработке Ethereum Foundation. Благодаря им можно не переживать о том, что депозиты будут взломаны. Проект надежно защищен, так что можно торговать. Что касается запуска токена Base, то он состоится через пару дней, а точнее 18 ноября. Сейчас идет продажа токенов, и она уже превысила намеченную сумму на миллионы долларов. Считаю, что сейчас самое лучшее время подавать заявку, если хотите поднять хороший профит. Команда выделила определенную сумму для лотереи в сообществе. В рамках ее соискатели имеют возможность получить доступ к предварительной продаже. Ссылка на предпродажную заявку будет в описании. Подавайте заявки на пресейл токена для сообщества. Итак, какие итоги могу подвести после анализа данного проекта? На мой взгляд, проект имеет большой потенциал, и к нему сейчас присоединяется все большее количество пользователей, поскольку он создает реальную, а не виртуальную ценность. Вполне можно хорошо увеличить депозит за короткое время при грамотной торговле и стратегии. Так что присоединяйтесь к протоколу Base, подавайте заявку на предварительный раунд продажи токенов для сообщества, и тогда вы сможете хорошо заработать. С вами был канал CryptoxBlog, благодарю за внимание, оставляйте свои комментарии или же вопросы, с радостью отвечу на них.